Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дворца культуры имени Анатолия Михайловича Добрынина, Александр Александрович Васильев, большой любитель джаза. Добрый вечер, уважаемые гости нашего Дворца культуры. Мы сегодня проводим очередное наше мероприятие совместно с джазовым центром города Ярославля. И поэтому мне приятно сегодня еще раз сказать... Так, где там у нас мальчики-то все? Выйдите, пожалуйста. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что виртуозное владение инструментов позволяет им исполнять так нами любимые и знакомые произведения. Спасибо вам и низкий вам поклон. Ну, наверное, знаете, я понимаю, что все-таки он уже много лет, так будем говорить, живет у нас в Нью-Йорке, так будем говорить. Правильно, чтобы мне не ошибиться. Есть такая хорошая пословица: мечтать не вредно, вредно не мечтать. Я просто хотел бы вам забросить удочку, потому что с 93-го года наш эстрадный оркестр не был в Америке. Поэтому давайте подумаем, как бы нам организовать ответный визит нашего эстрадного оркестра. Я не говорю, что это сегодня, завтра. Но я просто хочу сказать, что 2000 год у нас, тем более оркестру в этом году исполняется 40 лет. Мы 2 декабря будем отмечать эту дату. Ну уж, а на 41-м году, может быть, мы как-то сговоримся и, может быть,
и махнем к вам. А всем ребятам вам лично большое спасибо, что вы нашли возможность выступить у нас и показать свое творчество. Спасибо вам! Ларисе Анатольевне и, конечно, Валерию Николаевичу, который, к сожалению, с нами сейчас нет, но в то же самое время всегда с нами здесь присутствует. Концерт окончен, к сожалению.